Ежегодный всероссийский турнир по спортивным бальным танцам «Жемчужина Анапы» – визитная карточка нашего курорта. На открытие сезона 2023 в Витязево приехали представители 30 городов из 15 субъектов Российской Федерации. В этом году турниру исполняется 40 лет, и это не последняя круглая дата. Анапский коллектив «Современник» отмечает ровно полвека творческой деятельности. В 73-м году замечательным человеком, тренером, педагогом Анатолием Семеновичем Ямполем был создан наш коллектив, и по сегодняшний день мы пытаемся сохранить все эти традиции, которые были им вложены в этот коллектив. И по сегодняшний день очень многие наши ученики возвращаются в наш коллектив, закончив обучение в институтах, поэтому мы очень рады всему этому процессу. Поздравили юбиляров депутаты Законодательного собрания Краснодарского края и Совета Анапы, пожелав коллективу отметить и столетний день рождения. 50 лет традиции в нашем городе хранятся, и это передается из поколения в поколение. Огромные слова благодарности, то, что живет наше будущее поколение, спортивное, стальное границы. Слова благодарности. Еще раз поаплодируем. Конечно же, огромное слово благодарности всем организаторам партии «Единая Россия», которая подключилась. И, конечно же, на новый уровень поднимаются данные соревнования. Всех участников очень рад видеть, все глаза горят, все красивые, эмоции переполняют. Всем хорошего турнира, уверен, дальше все вместе, все победим, все будет у нас на высшем уровне. Очень приятно видеть, что в Анапе у нас, Анапа у нас опять выступает объединяющим звеном. 15 регионов России сегодня собрала в нашем прекрасном городе, городе воинской славы. Лидию Путилову чествовали от лица регионального отделения Федерации танцевального спорта. От Анапы в соревнованиях приняли участие спортсмены «Современника», танцевальных клубов «Альянс» и «Эврика». У наших ребят высокая планка. Они четко ставят цели и по-спортивному, танцуя, идут к ним. Тренируются по 2 часа в день без выходных. Заниматься профессионально и выходить на более крупный чемпионат России, ЮФО. Ну, я уже победительница Краснодарского края, победительница Анапы, абсолютная чемпионка. В скором времени на Россию поедем, в Москву. Я очень получаю большое удовольствие, мне очень нравится заниматься этим видом спорта, и я хочу дальше профессионально им заниматься. В жюри компетентные судьи всероссийской и международной категории. Оценивается музыкальность, техничность, имидж и внешний вид пары. Танцевать можно в любом возрасте. В глазах у детей читаются задор и страх ошибиться. У юниоров вкрадчивые нотки элегантности, а вот томность и неспешность у самых взрослых танцоров, сеньоров. На первом турнире сезона наши ребята показали достойную подготовку, и представители всех анапских клубов заняли призовые места. Впереди Кубок Черного моря в Геленджике и летние старты, которые пройдут в Москве. Ольга Жмак, Михаил Григорьев, Анапа регион.